Наверное, единственные проекты, которые могут равняться с Black Mesa в плане ожидания какой-либо инфы, не считая Half-Life 3, которая не выйдет, это ремейки классических аддонов для Half-Life, aka Operation Black Mesa и Guard Duty. Если вы сейчас такие про себя сказали «ЧЕГО?», посмотрите это ознакомительное видео. Редкость выхода и содержимое медиа-обновлений переплюнуло даже Zen. Из-за чего, когда они все же выходят, раз или два за год, уровень хайпа взлетает до небес, занимает первые места по популярности на ModDB и наполняет ажиотажем, из-за которого вы сейчас и смотрите этот ролик. Однако, с полной уверенностью сообщаю, что это самый крупный апдейт за последние 5 лет уж точно. Нам предоставили тележку новых скринов, информации и первые футажи в видео в формате за 5 лет. Как быстро время летит. Наслаждайтесь. 2018 год для разработчиков был более беспокойным, чем обычно, из-за переноса их игр на версию движка CSGO с открытым кодом. Каскадные тени confirmed, guys! Что позволяет улучшать им графическую оболочку так же, как и разрабам Black Mesa. Ждем графони, народ! Кстати, они еще заикнулись о новых геймплейных возможностях. Интересно, каких? Говоря об общем прогрессе, все уровни успешно портированы на новую версию двигла, а приличная их часть и вовсе приближается к тому, что можно называть законченным. Улучшение детализации и баланса будут продолжаться до выхода проектов. Кстати, геймплей. Над ним начинается активная работа, так как левел-дизайнеры завершают работу над главами и картами. С точки зрения кода, большая часть оружия реализована в ОБМ и ГД за несколькими нюансами. Вместе с этим, создание монстров идет полным ходом. Сейчас вы можете лицезреть уже готовые анимации грантов, хаундаев, и крысы. Да, сегодня без тараканов. Ребят, если кто-то из вас считает себя дизайнером персонажей или их аниматором, то вы можете сильно ускорить разработку, так как это именно те люди, которых так сильно не хватает команде. Наконец, самое вкусненькое — анимация некоторых стволов в игре. Насладитесь этим зрелищем без комментариев. Хотел бы я подсластить пилюлю, сказав, что релиз близко, но как и все в этом мире, хоть как-то связанное с Valve, выхода нам ждать еще долго, то есть Zen выйдет быстрее. Видимо, вспомним мы о ремейках только в 2019 году, ведь трипмайнеры не скрывают, что им нравится работать подпольно, а потом резко показываться вновь. Пишите ваше мнение в комментариях ниже, и давайте попробуем набрать 1000 лайков. Подписка на канал также рекомендуется. А я пошел дальше пилить для вас контент. Чао.